Вечер. 10 час у нас. Такой красный закат. Тучи вообще вон красные. Вон печка топится у соседа наискосок. Видишь, какой дым. Значит, завтра будет мороз. Полный штиль, тишина. Даже грачи не кричат. Когда уже эти заморозки закончатся? Пойти включить отопление в теплицу. И на ближайшую неделю тепла такого не ожидается. Но это конкретно вот при таком закате всегда бывает утром заморозок. Сегодня замерзла вода. В ванночке стояла. Соседка вон тоже печку затопила. Приехала из города. Вот сейчас солнышко скроется. Ни души нигде, даже собачка не пробежит. Нет, вон там кто-то едет из Купино. Это у нас там объездная дорога. Можно напрямую приехать. Кто-то едет. Там очень плохая дорога или остановился. Вот сейчас получше дым видно стало. Вот из трубы валит какой. Оттуда тоже машина идет. Не узнала, кто поехал. Вот небо все краснее. Пойду домой, то нос уже замерз. Завтра 1 мая, а у нас такой дубак.